комнате три кровати, во второй тоже три кровати. Как тебе здесь? Мне тут нравится, уютно. Уютные и чистые номера скорее не исключение, а правило. Поддерживать порядок и получать за это баллы уже норма для каждого в детском лагере «Лесной». Неделю назад сюда заехала первая в этом году смена. Танцоры, конькобежцы, дзюдоисты и просто сборная команда. Такой состав на июнь. У большинства тренировки и репетиции по несколько раз в день. Подняли, сюда закинули. Присели ногами и вытолкнули вверх. Тренировки, гуляем, играем в телефоны. Что тебе здесь больше всего нравится? Тренировки. Это потому что тренер смотрит? Нет. Дзюдо, отрабатываем приемы, учи коми, трюки. А на дискотеках отжигаете? Да. 20-метровый бассейн, спортивные площадки и просторная территория, окруженная лесным массивом. Не единственное, почему дети возвращаются сюда не раз. Каждый день новая развлекательная или образовательная программа. Вчера, например, проходил день блогера, когда ребятишки самостоятельно снимали видеоролики, представляли себя как команду. И прошло это все очень интересно и очень здорово. Буквально недавно у нас проходила акция «Добрые руки». Вот, мы в лагере высадили саженцы пихты, и детям очень понравилось принимать участие в рассаде этих деревьев. Одна смена в Лесном – это 80 детей. Всего же этим летом отдохнут 116 тысяч ребят из Красноярского края. В регионе работают дневные, загородные и палаточные лагеря. 878 организаций. Сегодня детский отдых обсуждали на президиуме правительства. Отдельно затронули тему патриотического воспитания – одной из ключевых задач нацпроекта образования. Очень важно обеспечить не просто наличие детского оздоровительного лагеря, а обеспечить необходимые условия и безопасности, условия и воспитания. Отдельно хочу попросить вас сегодня остановиться на тех практиках, которые сегодня уже реализуются с точки зрения программ патриотического воспитания, привлечения ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции к реализации различных проектов. Детей участников СВО обеспечили путевками в первоочередном порядке. Всего на проведение летней оздоровительной кампании в краевом бюджете предусмотрено свыше 1 800 000 000 рублей. Родители оплачивают треть от стоимости путевки, а некоторые отправляются в лагерь бесплатно, например, сироты и дети из многодетных семей. Софья Толстопятова, Артем Гатилов. Новости Прима.